Этот участок земли долгое время пустовал, а теперь рабочие размечают территорию и готовятся начать строительные работы. Совсем скоро здесь появится современная площадка для выгула собак. На ней планируют поставить барьеры, лестницы и ступеньки, на которых жители смогут тренировать своих четвероногих питомцев. Все это должны разместить на площади 800 квадратных метров и отгородить высоким забором, чтобы животные не мешали прохожим. К нам, как лидерам движения общественной поддержки, обращались жители по улице Молодежь на дом 54 с просьбами, инициативами рассмотреть о выделении площадки для выгула собак. Мы провели многочисленные беседы с комбинатом по благоустройству, с администрацией городского округа Химки и, наконец-таки, согласовали площадку для выгула собак. С инициативой строительства вольера для собак вышли жители городского округа. А лидеры движения общественной поддержки Химки «Интересно жить» Артур Каримов, Татьяна Недосвети, Евгений Наземцев, Юлия Мама и Надежда Смирнова эту инициативу поддержали. Проект был размещен на сайте голосования hish.online, где набрал большое количество голосов, что позволило приступить к его реализации.